Мы едем в очень секретное место. Упаковываемся, потому что на улице холодно. Очень холодно на улице, безумно холодно. Я пока там шла, у меня, я думала, пальцы просто отпадут, отмерзнут. У тебя что же? У тебя что же кофта Терекс, да? Нет, да, ну так я без шапки пошла, а волосы ж мозг не греют абсолютно. Одевайтесь тепло, если ходите. Ну я капюшон одевала. Если ходите по барахолкам. А ну подожди, подойди-ка. Мы любим... У меня вообще смешно, смотри. Сейчас тепло. Мы любим Терекс. В нем тепло. Подожди, сейчас я наушники уберу. Смотри у меня как... Ну у тебя еще такое... У меня ж вообще. Ну, упаковывайся. Так а шо, у меня дальше уже никак. Как никак? Ну, сейчас я бороду спрячу, подожди. Вот так что. Ну, а у меня никак. У меня... А у тебя по бокам затягивается? Нет, у меня ничего не затягивается. У меня еще по бокам затягивается. Не затягивать ничего. Это... Термо, термо кофты, чтобы было тепло. Это водолазный костюм. Чтобы было легко и тепло. Ладно. Едем мы и не знаем, найдем что-то сегодня или не найдем. Ну хоть посмотрим, что продают. Сегодня будем смотреть всякие европейские штучки, но в столице. Пиджак Филиппа Киркорова. Бедро Соловича. Смотри, твой размерчик. Ты прям как граф какой-то. Монте-Кристо. А ну, зеркало посмотри. Иди, иди, смотри. Да нет, сильно это. Сильно ярко, да? Да. Браун. Будильник Браун, дань какой. Угу. Он что, от розетки? Надо спросить, сколько стоит. Вот он. Будильник горит. Ну, стоит 50 гривен. Наверное, я его куплю, потому что я посмотрел на eBay. На eBay сколько они стоят, сейчас скажу. Может, нужно будет и починить. Аналогично есть там $40, $50. Короче, попробую купить за 50 гривен. Место уже не секретное. Это на Дарнице секонд-хенды. Я вот купил будильничек, пойду пока в машину отнесу, чтобы не тягаться с ним. И будем искать еще всякие штуки. Нашли пакет с бижутерией, но под столом. Никто в него залезть не дал. Сказали, что, блин, на следующую пятницу. Ну, посмотрим, что там останется после того, как переберут. Ерунда. Выращивать кристаллы за 100 гривен большой набор. Попробуем, поснимаем детские видосики. А Лена купила вот такой, браслетик. Вот такой браслетик бакелитовый. За 50 гривен. Нашла за 50 гривен. Андрюша у нас магниты любит. Вот такая доска. Ну что, Лен, тут сколько магнитиков. Thank you.
жалко нам, короче, уже за малыми ехать. Мы им тоже подарочек же не забыли, потом будем с ними делать опыты. Мы бы еще, конечно, тут бы пошарились бы. Тут еще шарится и шарится. Тут столько таких злачных мест. Мы в понедельник, наверное, приедем еще с утреца и найдем здесь что-то очень интересное. Друзья, это видео пробное. Пишите обязательно в комментариях, если вы хотите, чтобы мы вам показали, что можно найти в секонд-хендах, помимо шмоток. Шмотки нас не интересуют абсолютно. Нас интересуют другие предметы. Вы знаете, какие. Если вам интересно, то мы вывернем все секонд-хенды Киева просто наизнанку. И вы посмотрите, что можно в них найти и что купить. А самое главное, за сколько потом продать. Поэтому подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Потому что когда мы купим что-то очень дорогое, за очень маленькие деньги в секонд-хенде, если колокольчик не нажат, именно ты можешь это пропустить. Ну все, пока, до новых встреч.